Привет, ребята. Выручите меня. Ну, если это не просто в магазин сходить. Нет, на этот раз придется поработать. Я хочу отправить вас за сырьем. То есть, на охоту. Мне кое-что нужно для нового блюда. Надеюсь, вы мне поможете? Значит, у него новое блюдо? Так он сказал, да. Интересно, что он приготовит? Давайте поохотимся и узнаем. Это и есть наша дичь? Разделаемся с ними. Берегись! Только всякого оружия. Используй его. Правда! Теперь у нас есть то, что нужно. Отнесем, пока не испортилось. Здесь торчать нет смысла. Согласен. Как прошла охота, ребята? Отлично. Что ты собрался готовить? Вам точно понравится. То есть? Зайдете попозже, закажете и попробуете. А пока что вот. Подкрепитесь. Помогли рождению нового рецепта. Да, надеюсь, популярного. Популярного. Выглядит круто. И мне нравится.